Фома отправился покорять Москву. Одноименный спектакль Новосибирского музыкального театра примет участие в конкурсной программе фестиваля «Золотая маска». Несколько часов назад самолет с нашими артистами приземлился в аэропорту Домодедово. Сопровождает труппу съемочная группа канала ОТС. И на связи со студией мой коллега Алексей Кудинов. Алексей, добрый день. Передаю вам слово. Добрый вечер, Екатерина. В Москве высадился большой десант из Новосибирска. Около 130 человек прилетели сюда несколькими группами. Накануне первыми прибыли монтировщики, технические специалисты, которым предстояло разгрузить фуру с декорациями, с оборудованием, все это установить, смонтировать на сцене. «Ратма». Именно в этом театре предстоит играть рок-мюзикл «Фома». Затем прилетели постановщики. Вот несколько часов назад приземлился самолет с артистами театра, с музыкантами оркестра и рок-группы. В общем, большой десант в Москве здесь из Новосибирска. Сейчас уже заселилась последняя группа прилетевших в гостиницу. И сегодня вечером запланирована первая репетиция. Задача номинантов фестиваля «Золотая маска», артистов, всех участников спектакля как-то отдохнуть после дороги и приготовиться к серьезной работе. Три желания сейчас: отдохнуть, набраться сил и чтобы вечером уже начать репетиционный процесс и как-то втянуться. Такое настроение, хорошее предвкушение, предвкушение работы, предвкушение нового зрителя и каких-то новых впечатлений. Напомню, Новосибирский музыкальный театр выступает в конкурсной программе «Золотой маски» и номинирован на 9 высших театральных премий страны. Единственный показ здесь, в Москве, нашего рок-мюзикла состоится завтра. И надо сказать, что не все смогут попасть на этот спектакль, потому что в столице до сих пор не разрешена 100% рассадка в зале. Ну и достаточно быстро разошлись билеты на наш спектакль. Напомню, мюзикл «Фома» основан на биографии одного из главных деятелей российской рок-сцены Юрия Шевчука. И этот мюзикл понравился экспертам, и поэтому достаточно большой спрос на билеты. Но будем рассказывать в следующих выпусках, как театр готовится к очень ответственному выступлению. Екатерина. Спасибо, Алексей Кудинов из Москвы, где проходит фестиваль «Золотая маска» и готовятся к показу номинанты, артисты Новосибирского музыкального театра.